все сначала. Носком правой ноги вы давите окурок. Вот так. Второй круг. Второй круг. Вы давите носком первый круг. Добрый, жила. Верим. Открываешь, а по что? Не под бой куратор надо открывать. Все наши надежды. Да? Исполнилось. Трудно открывать, а наливать можно под это. Рано пьешь. 3, 4, 5, 6. Не знаю, у меня камеры нет. А, я вас снимаю на видео. Где Салют? Где Салют? Ничего, что это где-то за домами, кажется. А? Уже перестала. О, там! Нет, ну ФСБ, давайте уже. Он где-то здесь. А, вот туда смотри, наверное, в окошко, вон туда. Вон туда, видишь? Вон, направо, направо. Давай дальше оденемся, пойдем с твоей взрывать. Да, папа. Да. Я с тобой, наверное. И с тобой, да? Да. И со мной. Дорогие друзья, 1 января мы решили открыть Новый год катанием на ватрушках. Мы на Верхней Березовке. Вот там вот на горке катание происходит. Отдыха настолько популярен, что 1 января столько много народу, что мы стоим в очереди за ватрушками.
И чего-то не хватает, видимо, самих подружек. Они сказали, тубов нет. Что это, я не знаю. Ну, в общем, остался один человек в очереди перед нами. И наша очередь никак не подходит. Уже начинает темнеть. Ну да, 4 часа, 4:30, конечно. А что я хочу сказать? В 2013 году или 2014 я снимала влог здесь же, на этом, по-моему, месте, на этой горке. Она была тогда еще дикая, неосвоенная, ну, полудикая, ну да, дикая. А сейчас это место уже освоено, застолблено в буквальном смысле. Там поставили подъемник, это вообще достижение. Раньше нам даже и не мечталось, что кто-то здесь может подъемник поставить. Нет, поставили подъемник. Вот. Столб, видите? Вот такие столбы стоят деревянные и канатная. Канатная дорога. Ну, посмотрим, как это будет вблизи выглядеть. То есть это, конечно, не такой фуникулер. Ну, я даже не знаю, я отсюда, мое зрение не позволяет видеть, какой там подъемник сейчас увидел. Так. Ой, что у меня глаза слезятся. Так, где мои? Пока! Нам дал! В общем-то, горка довольно пологая. Ай. Ой, я вспомнила фильм хоррор. Нет, не хоррор, но где волки съели этих лыжников, которые поднялись на подъемники на последний рейс, а его там отключили. Сидим, не встаем, смотрю. Ой, в общем, она сама.
Так, сейчас поедем. Идем, идем. Так, спуск. Раз ниже.